Всего несколько дней осталось до окончания голосования за общественное пространство, которое будет благоустроено в следующем году. От Анапы участвуют 3 населенных пункта. Это Джигинка, Цибанабалка и Хутор Красный. Напомним, что голосовать могут не только их жители, но и все желающие. Традиционно анапчане проявляют высокую активность. В настоящее время за ту или иную территорию отдали голоса порядка 40 тысяч человек. Голосование продлится до 30 апреля. Проголосовать за любую территорию и подробнее познакомиться с проектами можно через платформу Госуслуги. А я напоминаю, что партнер выпуска – таверна в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шамсихолд» знают, здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные и рыбные блюда как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванами. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками, а в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык, а вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе-кулинария «Таверна в Анапе» на Солдатских материалах 8Б ждет вас.